И в продолжение темы. В день памяти героических защитников города на Неве в средней школе номер 1 прошло торжественное мероприятие в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб». Это первое событие в школьной череде торжеств, приуроченных к юбилею Победы. Участие в акции приняли почетные гости Валентина Коткина и Валентина Делягина, жительницы блокадного Ленинграда. Торжественное мероприятие началось минутой молчания. Под звуки метронома все присутствующие почтили память погибших в той страшной блокаде. Город на Неве вместе с ленинградцами защищали выпускники и учителя первой школы. Имя одного из защитников Ленинграда, Петра Михайловича Спирихина, носит учебное заведение. Мне хочется, чтобы вы поняли, что Великая Отечественная война – это, наверное, самое знаковое, самое масштабное, самое великое событие в истории нашего государства. Дата мероприятия выбрана не случайно. В этот день отмечается День воинской славы России. 76 лет назад, 27 января 1944 года, город Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Участие в сегодняшней акции приняли первые лица региона. Несмотря на эти жуткие условия, нормальное существовало. И даже школьники, которые были ваши ровесники в то время, ходили в школу, посещали уроки. Они были, правда, не в таких школах, а все больше, наверное, в бомбоубежищах или в каких-то помещениях поближе, потому что в любой момент начиналась бомбежка, и надо было от этого скрываться. Но, тем не менее, вот ваши сверстники ходили в школу в те жуткие дни и даже получали пятерки, были отличниками, потому что они понимали, что это тот вклад, который они вносят в Великую Победу. Председатель собрания депутатов Ненецкого округа обратился к школьникам с просьбой знать историю своей страны и помнить о цене той великой победы. Хочу сказать только одно. Раньше оружием Великой Отечественной войны блокадников были мужество, терпение, героизм. А сегодня наше оружие – это борьба за правду. Борьба за правду о Великой Отечественной войне. Давайте будем все вместе достойны этой правды. Кульминацией акции памяти стало торжественное вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне жительницам блокадного Ленинграда Валентине Александровне Дерягиной и Валентине Иосифовне Коткиной. Специально для них школьники приготовили стихи. И тихо почтительно скажем, он был в Ленинграде во время осады. В завершении акции директор школы Юрий Канев, известный в округе историк, прочитал лекцию о блокаде Ленинграда. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».